Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень легкий в приготовлении, сытный и очень вкусный салат фламинго из консервированной фасоли и грибов. Салат прекрасно подойдет и на праздничный стол, и на каждый день. Приготовить его очень просто. Нарезаю лук полукольцами. На растительном масле слегка обжариваю лук. Добавляю консервированные шампиньоны без жидкости. Обжариваю вместе с луком. Через некоторое время добавляю фасоль. Туда же выливаю жидкость от грибов. И тушу все вместе до полного выпаривания жидкости. После чего выключаю огонь и оставляю остыть. Выкладываю салат и заправляю майонезом. Соль и перец добавляйте по вкусу. Хорошо перемешиваю салат, и все, наш салат готов. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч! Всем пока-пока!